Всем привет, вы на канале One Fight. Сегодня мы вам покажем очередную подборку неловких моментов в ММА. И если это видео понравится вам, то ставьте лайк, и мы выпустим еще одну часть. Люк Рокхольд. Довольно в неловкой ситуации он побывал после поражения Юэлю Ромеро. Мало того, что кубинец проводил взвешивание, отправил его в нокаут, так он еще и полез к нему целоваться на глазах у всех, и при этом он выражал уважение. После этого в различных интервью у Люка просто дико стало бомбить от Ромеро, и он стал ненавидеть его еще больше. Федор Емельяненко и Жан-Клод Ван Дам. Около 10 лет назад они стали поводом для многих шуток и насмешек. После победы Федора известный актер вышел его поздравить, и сделал он это совсем не в мужской манере. Сначала он сделал очень милое лицо и поцеловал Федора, а затем странно подмигнул и стал на него неловко смотреть. Довольно странный и непонятный момент. Джозеф Бенавидес. Во время шоу ТАФ, когда он был тренером с Генри Сехудо, он на эмоциях выдал довольно тупую фразу, после чего все над ним засмеялись. Тебе нравится сниматься на ТВ, тебе нравится сниматься на ТВ. Ты будешь здорово побит. Я трахал таких парней, как ты в школе. Я знал, что ты гей. После этой фразы даже чемпион Деметриус Джонсон немного офигел. Стоит также вспомнить и взвешивание перед первым боем Криса Вайдмана и Андерсона Сильвы. Они настолько сильно сблизились друг с другом, что даже докоснулись губами. После этого Джо Роган спросил у Криса, как тебе поцелуй с Андерсоном, на что Крис сказал, неплохие губки, неплохие. Джина Карана. На одном из взвешиваний зрители смогли увидеть ее грудь, когда упало полотенце. К счастью или к сожалению, она успела ее закрыть, и это все, что видно. Также на шоу ТАФ, когда тренерами были Юрайя Фейбер и Конор Макгрегор, один из бойцов сказал в сторону Коди Гарбранта интересную фразу: «Позаботься о нижнем белье, я собираюсь потрахаться с тобой». Реакция Коди бесценна. Аманда Купер. На одном из своих взвешиваний она решила подколоть Дану Уайта, попытавшись схватить его за кое-что. Президент UFC быстро отреагировал на это. А как вам такое? На одном из турниров по ММА голый парень выбежал в клетку и затем благополучно покинул ее. Даже бойцам стало интересно, что здесь происходит, и они перестали вести бой. Друзья, ставьте лайк, если понравилось видео, и мы выпустим еще одну часть с неловкими моментами.